последние годы происходят большие изменения в законопроектах, которые касаются мер поддержки семей с детьми. В связи с чем у населения возникают определенные вопросы, с которыми они обращаются в Центр труда и социальной защиты населения по Кашихабльскому району. На днях наша съемочная группа посетила это учреждение и узнала о новых мерах поддержки материнства и детства, а именно о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого, третьего или последующих детей и так далее. С 1 января 2020 года в порядок ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка внесены изменения. В федеральный закон внесены изменения о сроках выплаты данного вида пособия. То есть теперь, если ребенок родился с 1 января 2018 года, то выплата будет производиться до исполнения ребенку 3 лет. Выплата назначается на период до года, до 2 лет, до 3 лет. То есть это пособие выплачивается семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Если до 2020 года мы учитывали 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, теперь с 1 января 2020 года берется 2 прожиточных минимума трудоспособного гражданина. То есть эта сумма 20 100 рублей. Если в расчет берется папа, мама и ребенок. И, то есть если арифметически это сложить, получается, если доход вашей семьи меньше, чем 60 тысяч в месяц, то вы имеете право получить данную выплату. Размер этой выплаты на 2020 год 9 599 рублей. Несомненно, чтобы получить эти выплаты, необходимо подготовить определенный перечень документов. Документы, необходимые для данного вида пособия, это, во-первых, паспорт мамы, потому что заявителем при этом виде пособия является только мама. Второй документ – это свидетельство о рождении ребенка, справка о доходах за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. То есть это зарплаты, стипендии, различные виды пособий. Если папа или мама состоят в налоговой инспекции или в центре занятости, то справка оттуда, ну, по желанию заявителя, человек может сам принести. Если сам человек не предоставляет справку из налоговой, из пенсионного фонда, из центра занятости, то мы посредством межведомственного запроса делаем запрос и получаем такую справку. Свидетельство о рождении ребенка берется, реквизиты счета получателя в банке. Эта выплата перечисляется только на Сбербанк, то есть через почту не выплачивается. Но в основном это справка о доходах, чтобы подтвердить право, имеет ли право семья на данный вид пособия. На сегодняшний день сколько семей получали эти выплаты? Если вот брать, закон ввели в действие с 1 января 2018 года первоначально, за этот период, за 2 года, у нас получателей было 157 человек. Ну, у кого-то срок истек, при первичном обращении срок раньше был 1,5 года, у кого-то срок истек, у кого-то не имели права граждане. На данный момент получатель у нас 102 человека. Но вот в связи с изменениями, которые вступили, уже вот за период январь, за 20 дней января к нам обратилось 30 человек, и мы уже продлили. И для удобства граждан во всех районах филиалы работали, принимали документы в новогодние праздничные дни. За новогодние дни, выходные, мы приняли 12 человек на продление права. Почему это было сделано? Там в законодательстве есть такое условие, если гражданин обращается в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, то выплата, то есть мы ему все 6 месяцев возвращаем, доплачиваем. Если ребенку исполнилось 6 месяцев, то при обращении с даты обращения, то есть обратился человек 1 числа месяца, мы будем выплачивать весь месяц. Обратился он 20 числа, он будет получать, соответственно, меньший размер пособия. Поэтому для удобства граждан и в праздничные дни мы работали, принимали документы. Поэтому вот особо хочется обратиться к тем гражданам, у которых срок истек, которым надо подтвердить право, чтобы они вовремя предоставляли документы, чтобы сумма пособия зависит от того, когда вы принесете документы. И еще хочется мне
обратиться к гражданам, которые вот обращались ранее, но мы им отказывали в связи с превышением дохода. То есть они не имели права, так как их доход превышал два прожиточных минимума. Таких у нас в районе было 7 человек. Они предоставили документы, но в связи с превышением дохода мы вынуждены были отказать. Теперь в связи с изменением в закон, внесенными, вы можете обратиться для повторного расчета. И, скорее всего, теперь уже эти семьи получат такое же право на данную выплату. Изменения также коснулись рождения не только первого, но и третьего и последующих детей. Ежемесячная выплата на первого ребенка – это средства, выплачиваемые из средств федерального бюджета. Но в рамках реализации национального проекта «Демография» республика также принимает определенные шаги для улучшения демографической ситуации. С 1 января 2020 года в республике Адыгея введен новый вид пособия – ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего детей. То есть, если в вашей семье родился третий или последующий ребенок, четвертый, пятый, шестой, то вы можете обратиться также в органы социальной защиты населения для назначения данной выплаты. Порядок такой же, как и на первого ребенка, то есть учитывается доход. Если доход вашей семьи не превышает два прожиточных минимума, вы предоставляете пакет документов, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка о доходах, выписка лицевого счета. Вам назначается на год, до исполнения ребенка года, потом продлеваете до 2 лет и до 3 лет. Но здесь есть оговорка. Для права на данную выплату имеют дети, факты рождения которых зарегистрирован в органах ЗАГС на территории Республики Адыгея. То есть, если у вас свидетельство о рождении выписано где-то за пределами Республики Адыгея, данный вид выплаты вам не будет выплачиваться. Также внесены изменения еще в один вид выплаты, который у нас уже действует с 2012 года. При рождении третьего и последующих детей республика выплачивает так называемый региональный материнский капитал – 50 тысяч рублей. С 24 ноября 2019 года сюда тоже внесены изменения. Если ваш ребенок родился после 24 ноября 2019 года, вы имеете право обратиться за данной выплатой после исполнения ребенку 3 месяца в течение 6 месяцев. И здесь тоже условие, факт рождения должен быть зарегистрирован на территории Республики Адыгея. Дети, рожденные до 24 ноября, на них еще распространяется старый закон. Там надо выждать период исполнения ребенку года, только тогда вы можете обратиться в орган соцзащиты для получения данного вида выплаты. В конце беседы Анжела Карданова разъяснила ситуацию с предложениями, прозвучавшими в обращении президента России к Федеральному собранию. Вот сейчас очень много вопросов поступает и к нам, и по телефону, и люди приходят в связи с теми предложениями, которые внес президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин к Федеральному собранию. Это все предложения, законы, как бы еще нормативные акты по данным видам выплаты еще не приняты. При принятии соответствующих нормативных документов на федеральном уровне мы будем давать разъяснения и через средства массовой информации, и будем выезжать в сельские поселения, по телефону, всеми возможными способами эти предложения будут доведены до заявителей. И выплаты будут производиться в установленном порядке. Натуша Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.